Сегодня у нас 14 ноября. Прокалывали от листов овечек. Вот решил завесить черную матку. Вот веса у нас 0. Вот у нас матка черная здесь. Киргизского направления. Несколько голов, штук 4-5 афганки матки. Вот сейчас будем завешивать. Давай, запускай. Первый пошел. Веса 0. Сто пять килограмм. Выпускай туда. Вот это вот маточка. Это нашего производства. Выпускай. Следующая. Вот нули. Девяносто пять и пять. Выпускай. Вот маточка. Вот афганка матка. Семьдесят семь. Вот тоже афганка матка идет. Девяносто девять и пять. Не выбираем, всех подряд взвешиваем. Вот тоже сейчас афганка матка пойдет. Да, должен. Семьдесят семь и пять. Пускай сюда, пускай, пускай. Так, это уже киргизского направления матка идет. Сто три и пять. Вся матка пастбищного содержания. Ни грамма она, ни зерна, ни вареной кукурузы, ни примиксов, ничего не получала. Девяносто пять. Это молодая, это переярка. Ну, третий год. Это третий год. Вот это вот переярка. Восемьдесят ровно. Тут переярочка. Матка. Девяносто девять и пять.
Снимаю другую. Вот маточка. Сто девять. Так, вот матка. Где... Девяносто семь килограмм. Тоже матка киргизского направления. 91,5. Вот это переярка. Да, это переярка. Шестьдесят шесть килограмм. Тоже переярка. 93. Это вот афганская матка. Восемьдесят четыре. Погоди. Маточка. Семьдесят восемь. Вот эта матка пастбищного содержания. Вот такие у нее веса. Веса не дают. Это по черной матке и по черной афганской овце. Тоже.